Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня хочу с вами поделиться одним из моих любимых рецептов салатов. Это грибная поляна. Салат получается очень вкусным, выкладывается он слоями и готовится довольно быстро и просто. Я начинаю выкладывать салат вот в такую форму. Это самая обычная форма для выпекания диаметром 18 сантиметров. Предварительно я ее застелила пищевой пленкой, чтобы потом без проблем снять ее и салат наш не деформировался. И первое, что я делаю, это аккуратненько выкладываю грибы ножками вверх. Грибочки выложены, и теперь приступим ко второму шагу, это будет зелень. Для этого мне потребуется небольшой пучок петрушки и небольшой пучок зеленого лука. И сейчас я это все меленько нарежу. Зелень готова. И теперь я ее вот так вот перемешаю. И теперь выкладываю поверх грибов. И покрываю майонезом. Следующий слой будет морковь. Я ее отварила и потерла на мелкой терке. И теперь выкладываю. Распределяйте обязательно ровным слоем, чтобы у вас не было перепадов. Морковка готова. Следующий слой будет мясо. Куриное филе я нарезаю на небольшие кубики. Филе готово и выкладываю его в форму. И снова теперь делаю сеточку из майонеза. И дальше буду нарезать огурцы. Огурцы нарезайте меленько. И выкладываю сверху огурчики. Добавляю немного майонеза. И теперь буду мелко нарезать яйца. И выкладываю сверху огурца. И сверху также делаю небольшую майонезную сетку. И теперь последний слой, это картофель. И я его потру сейчас на мелкой терке. Вот такой тертый картофель у меня вышел. И теперь я его выкладываю. Когда весь картофель будет уже в форме, распределите его равномерно. И вилочкой вот так как бы немножко прижмите его, утрамбуйте. Не сильно, конечно, а легонечко. Все, салат готов. Теперь я накрываю его пищевой пленкой. И отправляю в холодильник пропитываться примерно на 2 часа. Ну вот и прошло несколько часов. И сейчас я буду салат вынимать из формы. Для этого я взяла вот такую тарелку. Берите плоскую. Так, снимаю пищевую пленку. И смотрите, что я делаю. Я накрываю салат тарелкой и аккуратненько и быстро его переворачиваю. Вот так вот. И снимаем форму. Снимаем пищевую пленку. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Такой салат станет отличным украшением вашего праздничного стола. И готовится он довольно-таки несложно. И недолго. Ну, а мы, как всегда, вам желаем приятного аппетита. Оставайтесь с нами на нашем канале. Всем удачи, всем пока!